Чиновники Атырауской области обнародовали свои доходы в одном из местных изданий. В списке самых богатых людей запада страны лидирующую позицию занял заместитель акима области Булат Даукенов, заработавший за прошлый год 5,5 миллионов тенге. Акции «Начни с себя» партия «Нур Отан» ведет борьбу с коррупцией. Вторую строчку в рейтинге занял мэр города Атырау Аскар Керимов. Его доход составил около 5 миллионов тенге. Также у него имеются собственный автомобиль и дом. А самыми бедными оказались сразу два заместителя акима города Айжан Карабаев и Адильбек Нурлугужиев. У этих чиновников, как выяснилось, нет даже собственного жилья. Также сапожником без сапог оказался и главный градостроитель Айдос Даукишев, который живет в арендованной квартире с зарплатой в 168 тысяч тенге, но при этом ездит на элитном автомобиле марки Lexus. По неофициальным данным, все чиновники проживают в элитном городке. Как вы помните, вот в фильме, в старом фильме «Берегись автомобиля», там был один такой персонаж, Дима Семицветов, родной тесть, которого называл его рядовым жуликом и говорил, что он живет по доверенности. Если вы город маленький, вот так вот постоите минут 20-30, увидите, что на самых шикарных машинах тут ездят, как раз-таки чиновники ездят.